Битва лидера и аутсайдера. Так можно было охарактеризовать встречу Дизеля и Иштали, согласно предматчевым раскладам. Да и игра первого круга, которая проходила в Ижевске, это подтверждала. Тогда желто-синие одержали победу со счетом 4-1. В этом противостоянии пензенцы также владели инициативой, и уже спустя 4 минуты после стартового вбрасывания Дмитрий Арсенюк распечатал ворота соперников, а затем Зигурд Сподзинч удвоил преимущество. Свои моменты были и у гостей. Одним из них им удалось воспользоваться. Однако это было лишь начало голевой феерии. Во втором периоде шайба 4 раза побывала в воротах. Пензенцы отличились трижды. Точные броски на счету Антона Андреянова, Антона Антонова и Зигурца Подзинча, оформившего дубль. А в заключительной 20-минутке свое слово в атаке сказали Никита Ли и Семен Ефремов. Как итог, 7-3 в пользу Дизеля. Я думаю, что сегодня игра понравилась болельщикам, зрителям, кто смотрел ее. Дома количество забитых шайб, забили хорошие голы, но некоторые моменты, конечно, были негативные там в нашей игре в целом. Главный результат, сегодня мы выиграли, двигаемся дальше. Последний матч в уходящем году Дизель вновь проведет на своем льду. В пятницу в Пензу приедет альметьевский «Нефтяник», а после этой игры пройдет традиционная акция «Мешкопад».